Добрый день, дорогие друзья! Начинаем церемонию награждения победителей 6-го Всероссийского конкурса военного плаката «Родная армия» и 5-го Всеармейского конкурса выставки изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп». Слово предоставляется начальнику Центрального дома Российской армии имени Михаила Васильевича Фрунзе, Министерства обороны Российской Федерации, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, полковнику Мазуренко Василию Ивановичу. Уважаемые друзья, сегодня в Центральном доме Российской армии подведены итоги двух всероссийских конкурсов. Это конкурс «Армейский калейдоскоп» и «Родная армия». География участников от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Сегодня ваши работы украшает проведение культурно-массовых мероприятий как в Центральном доме армии, так и в центральных учреждениях военной культуры, а также в Центре национальной обороны. Спасибо вам за участие в конкурсе. В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Советский народ одержал сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. География присланных работ достаточно обширна. Популярность конкурсов растет с каждым годом, охватывает самые отдаленные уголки нашей необъятной страны. В конкурсах приняли участие авторы из самых разных уголков страны. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Крым, Татарстан, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский край, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Кировская, Московская, Мурманская, Пермская, Саратовская, Свердловская, Тульская и Челябинская области, а также другие регионы нашей необъятной Родины. Слово предоставляется нашему жюри. Пабло Пикассо говорил, что каждый ребенок – это художник. Самое трудное – остаться художником, если ты вышел из детского возраста. И поэтому сегодня мы хотим в первую очередь поздравить юных художников, всех участников конкурсов военного плаката «Родная армия» и «Армейского калейдоскопа». Ведь именно в этих конкурсах участвуют маленькие художники, маленькие творцы. И поэтому все рисунки, плакаты, все работы получаются очень искренними, настоящими. Они дарят любовь и радость. От каждой работы зависит то, что будет сегодня, завтра и послезавтра, потому что художники – это творцы, творцы истории. И пусть наша родная армия будет такой, какой ее рисует – светлой, ясной и интересной. Итак, дорогие друзья, еще раз хочу большое-большое спасибо сказать всем участникам нашего конкурса и пожелать им обязательно рисовать, присылать работы своих детей, присылать работы свои, присылать на этот конкурс на следующий год и дарить миру радость и счастье. Итак, отбираем плакат. Вспоминаем, что плакат имеет давнюю историю. Военный плакат был краток, точен. И, в общем-то, он сплотил ряды советских граждан, рождая такие нужные для войны эмоции. Эмоции гнева, ярости, любви. То есть плакат явился таким своеобразным нравственным подспорьем для нашего советского солдата. Поэтому, разглядывая плакаты, представленные на этом конкурсе, у нас возникали споры, жесток ли плакат. Соответствует ли он вообще своему назначению нести массы какую-то идею. Поэтому, в общем-то, было непросто. Что касается произведений живописи, которые были представлены, тоже, в общем-то, споров было много. Люди разные участвовали в конкурсе, да, были военнослужащие, члены семей,
гражданский персонал. И каждый свою жизнь в гарнизоне видит, ну, скажем так, по-своему, правильно? Особенно, в общем-то, было сложно судить маленьких участников конкурса. Иногда вот рука 6-летнего ребенка вызывала такие споры, такой накал страстей. Вот оно искусство, вот в этом его смысл, да? Всколыхнуть души людей, заставить нас мыслить, видеть мир по-иному, в общем-то, глазами художника. На конкурс военного плаката «Родная армия» поступило 166 работ. Все произведения очень выразительны. Благодаря высокому искусству владения кисти, технике исполнения, невероятной палитре красок, цвету и оттенкам, а самое главное, в работах точная передача чувств, мыслей и настроения. Мы приступаем к награждению победителей. Третье место присуждается Суховееву Тимофею за работу «Спасибо за надежную защиту». Средняя образовательная школа номер 162, Министерство обороны Российской Федерации, город Хабаровск, 47. Второе место присуждается Булаткину Петру за работу «Казаки донские, рубаки лихие». Военно-патриотический молодежный казачий клуб «Волжские пластуны», город Саратов. Первое место присуждается Корпусову Сергею за работу «Наследники Великой Победы». Средняя образовательная школа номер 66 имени Николая Ивановича Вавилова, город Саратов. Третье место присуждается Сидневу Артему за работу «Урал фронту» 1941-1945 годы. Екатеринбургское Суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации. Второе место присуждается Белокудренко Сергею за работу «Памяти дедов будь достоин». Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации. Первое место присуждается Стырцеву Матвею за работу «Крепи оборону страны». Екатеринбургское Суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации. Третье место присуждается Карпачеву Федору за работу «Не прервется связь поколений». Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации. Газбонину Андрею, Родионову Льву за коллективную работу «Наше знамя, знамя победы». Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации, город Мурманск. Второе место присуждается Бурсаковской Маргарите за работу «Красная армия», Архангельская область. Первое место присуждается Крамчаниновой Елизавете, Аникину Ивану, Колпакову Андрею, Аникиной Татьяне Николаевне, Климову Якову Юрьевичу за коллективную работу «Служи отлично, сынок». Средняя образовательная школа номер 155, Министерство обороны Российской Федерации, город Белгород, 22. Третье место присуждается Цивиковой Анне Владимировне за работу «Только лучшие служат на севере». Архангельская область, рабочий поселок Белушья Губа. Данная работа изначально была прислана на конкурс «Армейский калейдоскоп», но решением компетентного жюри была номинирована именно в этом конкурсе и заняла призовое место. Второе место присуждается Юденко Алене Юрьевне за работу «Российская Федерация чтит память защитников Отечества».
Военно-морской политехнический институт, Военный учебно-научный центр Военно-морского флота, Военно-морская академия, город Санкт-Петербург. Волковой Алене Владимировне за работу родной земли не отдадим ни пяди. Военно-морской политехнический институт, Военный учебно-научный центр Военно-морского флота, Военно-морская академия, город Санкт-Петербург. Первое место присуждается Дуденченко Никите Александровичу за работу «Хотят ли русские войны?». Военно-морской политехнический институт, Военный учебно-научный центр Военно-морского флота, Военно-морская академия, город Санкт-Петербург. Второе место присуждается Ваганову Александру Григорьевичу за работу после войны в селе Мельники осталось 268 солдатских пудов. Студия военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова, город Москва. Первое место присуждается Ваганову Александру Григорьевичу за работу «Триптих Победа». Студия военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова, город Москва. Гран-при присуждается Чеботареву Александру Анатольевичу за работу 9 мая 1945 года. Ура! Папка победил! Студия военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова, город Москва. А сейчас мы переходим к следующему конкурсу. Я рад отметить, что все работы, присланные на конкурс, были большим творческим потенциалом. Желание создать что-то новое было отмечено в каждой работе. И это очень важно, на мой взгляд. Работы представлены были очень разные, и кто-то нашел интересное цветовое сочетание, кто-то где-то очень выразительные шрифты, где-то в каких-то работах была композиция выразительная, отвечающая данную тему. Но главное – это неотъемлемое желание творить. В принципе, творческий потенциал всех участников конкурса, хочу отметить, очень высокий. И отметить какие-то работы было крайне сложно. Но я надеюсь, что это желание не пропадет, и участие в новых конкурсах будет способствовать созданию новых интересных работ. Спасибо большое за всех, всем спасибо большое за участие в данных конкурсах. Приветствую всех наших друзей. И те, кто живет очень-очень далеко, и те, кто совсем рядом, не так далеко от нашего главного учреждения военной культуры, Центрального дома Российской армии. Название может меняться. Она была из Красной армии, Советской, Российской, но остается суть одна. Та, которая хорошо отражена во всех ваших работах двух конкурсов. Родная армия и армейский калейдоскоп. Поэтому замечательно, что вы творите. Замечательно, что вы творите именно историю и сохраняете память. Почему творите историю? Потому что те работы, которые сейчас победили, эти работы будут видеть многие-многие дальше поколения. Потому что это лучшие работы, которые вошли теперь уже в золотой фонд нашей армейской культуры. Спасибо вам большое. И дерзаний новых нас не победить. На конкурс-выставку «Армейский калейдоскоп» поступила 91 работа. К участию в конкурсе принимались работы, выполненные в любом жанре изобразительного искусства. Тема конкурса в этом году «Есть такая профессия – Родину защищать». Конкурс проводился в двух возрастных категориях – до 16 лет и после 16 лет. Удивительный факт – большинство работ победителей присланы жителями северных районов страны. Мы приступаем к награждению победителей. И
третье место присуждается. Меньшениной Екатерине за работу мы помним, мы гордимся. Средняя образовательная школа номер 138, Челябинская область, город Трехгорный, 1. Дагаеву Руслану за работу из всех дорог мы выбираем море. Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации, город Мурманск. Второе место присуждается Масловой Софии за работу «Мне кажется, порою». Средняя образовательная школа номер 140, Хабаровский край, город Комсомольск, 31. Изначально работа была прислана на конкурс военного плаката «Родная армия», но по решению жюри была номинирована в конкурсе изобразительного искусства «Армейский калейдоскоп», так как наиболее всего соответствовала критериям данного конкурса. Первое место присуждается Прыгунову Кириллу за работу «Фильм документальный о войне». Екатеринбургское Суворовское военное училище, Министерство обороны Российской Федерации, город Екатеринбург. Гран-при присуждается Клочко Петру за работу «Я убит под Оржевом». Нахимовское военно-морское училище, Министерство обороны Российской Федерации, город Санкт-Петербург. Третье место присуждается Кочиной Наталье Владимировне и Максименко Светлане Анатольевне за коллективную работу «На страже Заполярья». Детский сад номер 154, Министерство обороны Российской Федерации, Мурманская область, город Оленегорск, 2. Цыбиковой Ане Владимировне за работу «Меж боями». Архангельская область, рабочий поселок Белушья Губа. Второе место присуждается Крандиной Ирине Владимировне за работу «Родина жива, пока помнят ее героев». Архангельская область, рабочий поселок Белушья Губа. Первое место присуждается Корякиной Евгении Александровне за работу «Память». Войсковая часть 92-485, Архангельская область, город Северодвинск. Гран-при присуждается Орловскому Артему Алексеевичу за работу «На страже Заполярья». Войсковая часть 77-360, Мурманская область, город Североморск. Мы от всей души поздравляем наших победителей. Спасибо за то, что находите вдохновение, создаете и присылаете свои работы. Несмотря на такой непростой год, конкурсы продолжают жить. Ваши работы – это наши истинные патриотические ценности. Мы уверены, что будущее нашей великой страны в надежных руках. Это наша гордость, наша правда, наша победа. Прозвучал
Сирана.